Около 1000 нуждающихся детей нашей области получат школьные принадлежности от фонда первого президента. А сегодня в здании филиала партии «Нур-Отан» школьники нашего города уже получили рюкзаки и канцелярские товары. Маргарите сегодня подарили красивый рюкзак, внутри которого фломастеры, карандаши, альбом для рисования и многое другое. Сегодня вместе с девочкой такие же подарки получили еще около 200 школьников нашего города. Все это в рамках программы «Дорога в школу». Мы привезли брендированные рюкзаки. Это школьные рюкзаки с логотипом фонда первого президента Республики Казахстан и с комплектом канцелярских товаров школьных. Более 10 000 детей из малообеспеченных семей, также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получат наши подарки к новому началу нового учебного года. Проект «Дорога в школу» действует уже 8 лет. В этом году, так же, как и в прошлом, в рамках этой акции школьные принадлежности получат школьники из городов Караганда, Темиртау, Абай, Шахтинск, Жезказган, поселка Габидина-Мустафина и многие другие ребята нашей области и страны. В этом году особое внимание уделяется регионам, пострадавшим от паводка. Повсеместно привлечь общественность, людей неравнодушных, это меценатов, предпринимателей, для того, чтобы они помогли детям из социально неуязвимых слоев населения все-таки пойти в школу, учиться, получить знания. От фонда первого президента около 1000 детей нашей области получат рюкзаки, тетради, фломастеры, карандаши и многое другое. А для тех, кто получил принадлежности сегодня, была подготовлена насыщенная концертная программа. Айгерим Бухтаева, Дмитрий Оборок, Никита Косых, 5 канал.